Как учить делать мультфильмы? Ну, во-первых, создавать мультфильмы — это означает рассказывать анимационные истории с помощью одушевления рисунков или с помощью одушевления кукол. Все. Если мы говорим о обучении, то мы должны понимать, что люди, которые хотят научиться делать мультфильмы, должны учиться следующему. Первое. Они должны учиться рисовать анимационных персонажей. Второе. Они должны учиться классическому рисованию. Третье. Они должны учиться рассказывать истории. Рисованные, звуковые, текстовые, режиссерские и, наконец, анимационные. Вот, они должны учиться анимационным процессам, и они должны узнавать анимационные технологии, то есть рисование на компьютере и одушевление персонажей на компьютере. Разные технологии. Это достаточно серьезное занятие, причем ресурсоемкое, причем стоит это все достаточно дорого, но наша задача сделать это максимально доступными. И, соответственно, в настоящий момент, все это очень серьезно, сложно и все такое, но в настоящий момент есть люди, которые это просто умеют делать, это просто мастера. У них, в общем-то, может быть, даже не совсем есть программа, но они говорят, вы когда будете это делать, мы это просто подправим, да? И в настоящий момент, ну, вот нужно просто вот приходите, и мы будем вас учить делать мультфильмы, да? А на вопрос, а сколько же это стоит, а мы скажем, что это будет доступно, потому что у нас благотворительный фонд, мы будем делать за пожертвования. Только спуску вам не дадим. То есть будете очень сильно работать и трудиться, потому что нам нужны настоящие боевые украинские аниматоры, которые будут делать классные продукты и научатся этому быстро. Для этого нужно стремление. Хотя быстрому вы все равно не научитесь. Все равно нужно несколько лет. Приходите.